Сергей Пахомов высказал свое мнение о недавно принятом Советом решении о передаче полномочий по осуществлению финансового контроля от контрольно-счетного органа города аналогичному органу района. Город я бы не стал рассматривать как что-то отдельное, какую-то отдельную планету от района. И вообще, если это можно строить, если вернуться к тем тезисам, с тем немногим тезисом, с которыми я шел, на выборы и не скрываю, что в принципе мы уже в самом ближайшее время придем к тому, что ни городов, ни районов, в нашем случае нет, будет единая структура и де-факто, которая мы сегодня, и де-юра. Это первый шаг на пути к объединению, подчеркнул в своем выступлении глава района. Из всего сказанного на сегодняшнем заседании главой района можно сделать вывод, что объединение городской и районной администрации произойдет. И это лишь вопрос времени. А в той ситуации, в которой сегодня оказалась администрация города из-за подозрений в коррупции некоторых сотрудников, в том числе и главы города Виктора Букина, процесс объединения, судя по всему, может только ускориться. Глава сегодня в отпуске. Продолжают находиться, адвокаты работают, виновные должны быть наказаны. Все. Чем это кончится, не знаю, история неприятная. В первую очередь, мне тоже это очень неприятно. Я бы все спекуляции на тему принятия юридических решений по сосуществованию внутри района двух администраций пока отложил. Да, я не скрою, я с этого начал, что я, идя на выборы, обещал жителям, это одно из немногих обещаний, которые я давал, что мы всю власть централизуем и ликвидируем, в том числе и городскую администрацию, как администрацию, то есть вообще не отказываюсь. Если бы сейчас сел Виктор Валерьевич, он кивал бы головой и говорил, да, это правильно, если мы это обсуждаем. Когда это делать? Не знаю, не готов сказать. То, что это будет сделано при мне и при вас, это тоже факт. Система жизни, она все-таки, если правильно говорить, она эволюционирует. Поэтому вот это тоже из этой же категории, можно сказать. Если раньше вот самостийность, многие за нее боролись, то ныне мы видим, что вот эта вот система так называемой самостийности муниципалитетов, к сожалению, она несет в себе определенные свои изъяны. Когда оторванность от тех моментов взаимодействия с районными, с областными структурами власти, штат очень большой раздут, жители порой не знают, к кому обращаться, когда на территории, допустим, вот нашего городского поселения находится и администрация района, и администрация городского поселения Сергиев Посад. Сергей Пахомов в своем диалоге с депутатами призвал не спекулировать на теме случившегося в администрации скандала. Есть более важные вопросы, которые предстоит решать в ближайшее время. К примеру, нужно отдать многомиллионные долги за газ. У нас очень много работы, тем более сейчас. Мы начинаем строительство объездной дороги. В связи с этим вчера прошел конкурс на первый этап строительства. Тоже, кстати, многие здесь присутствующие, я помню, очень скептически к этому относились. Но аукцион только вчера прошел по городу Зайчиков. Первый этап начинаю. Все, обратного пути нет. Объездная дорога будет. В этом году уже мы начнем. После того, как Сергей Пахомов покинул заседание городского совета, народные избранники приступили к рассмотрению повестки дня. Первым делом они приняли решение о наделении полномочиями временно исполняющего обязанности главы городской администрации Юрия Потякина. Вчера мы получили телеграмму от Виктора Валерьевича, да, что он заболел и пока остается, значит, на больничной койке. Поэтому сегодня было принято решение советом назначить меня временно исполняющим обязанности. Когда как руководитель администрации я буду в полной мере исполнять все обязанности, подписывать все документы, являться распределителем бюджета. В отсутствии, значит, главы на рабочем месте должен механизмы власти, они должны работать в полном объеме и также качественно. И поэтому это вполне правильное решение о том, что вместо отсутствующего на рабочем месте главы городского поселения его обязанности будет исполнять в данном случае первый заместитель главы городского поселения Юрий Александрович Потякин. Срок наделения Юрия Потякина полномочиями временно исполняющего обязанности главы городской администрации не определен. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин, День города.